Второй год подряд ремонты салдинских дорог приходится переделывать. Если одни компании исправляют собственные ошибки, то муниципальное предприятие городское ЖКХ чужие. В этом году после обследования всех дорог в городе Верхняя Салда совместно со службой городского хозяйства через юридический отдел МУП ГОРУ ЖКХ мы отправили претензии фирме «Инотек», вот, город Нижний Тагил, потому что согласно договору субподряда они обязаны ремонтировать дороги бесплатно 3 года. Гарантия 3 года. А письма они от нас получили. Вот, я вышел на директора «Инотекса». Он отказался от ремонта. Ну, он поставил условия. Мы должны им... У них также было зимнее содержание дорог прошлого года. И мы им задолжали 400 тысяч рублей. Вот. Он поставил условие, что вернете нам 400 тысяч долга, тогда я вам бесплатно отремонтирую. Но денег у ЖКХ нет. И поэтому приходится вот этот ремонт делать силами дорожной службы МУП ГОРУ ЖКХ. Наличие специальной техники и бригады дорожных рабочих позволили у ЖКХ выйти на ремонт дороги по улице Карла Липнехта. Всего по гарантийным обязательствам необходимо отремонтировать 450 квадратных метров. Дорога около 8-го магазина. Вот этот пятачок выбоины уже сделано. Потом улица Карла Липнехта до пересечения с улицей Карла Маркса, до перекрестка, где светофор. Следующий этап – это от центральной городской больницы, улица Карла Маркса, до пересечения с улицей Розы Люксембург, это где хозяйственный магазин. И еще перед магазином «Восток», там очень глубокие ямы, вот это нам записано делать. Работа спорится, но уже известно, что 3 июня дорожная служба у ЖКХ будет расформирована. Часть сотрудников сократят, других переведут в службу благоустройства. При хорошей погоде, исправной технике рабочие обещают управиться за 2 недели. Благо, что за асфальтом ездить далеко не нужно. Его закупают на ВСМПО.